Кристофер Нолан превратил ниндзю из комиксов в современного робокопа. Если раньше о Бэтмене всерьез могли спорить только гики и ботаны, то в последнее время все кардинально изменилось. Майки с принтом летучей мыши стали молодежным трендом последних лет, а современные социальные сети полны самых разных мемов на тему ночных приключений эксцентричного миллиардера из семьи Уэйнов. В контексте всего этого многообразия Arkham Origins видится прагматичным коммерческим продуктом, существующим только потому, что все, что связано с Бэтменом, популярно, а значит, прибыльно. Но это обстоятельство нисколько не мешает проекту монреальского игрового подразделения Warner Bros. Быть очень хорошим экшеном. Arkham Origins начинается в тот момент, когда о Бэтмене еще пока мало кто знает, а все его подвиги подвергаются сомнению. Темный рыцарь еще не знаком с Джокером и даже не подозревает о его существовании. Офицер Гордон стремится запихнуть линчевателя за решетку, а большинство людей считают Человека-летучую мышь не более чем городской легендой. Тем не менее, на главного героя объявлена охота, Черная маска назначил награду за голову Бэтмена, и 8 лучших наемных убийц приняли его предложение. Если вы знакомы с комиксной основой, то факт того, что Бэтмен познакомился со многими своими врагами за одну рождественскую ночь, может вызвать ряд вопросов, на которые авторы игры вряд ли найдут ответы. Впрочем, это, конечно, благоглупость, которую нужно просто перетерпеть, ведь в остальном игра монреальской студии вполне достойный супергеройский экшен. Смена разработчиков, к слову, не сильно изменила курс развития серии. По сути, Arkham Origins — это собрание всего лучшего, что было в двух предыдущих частях, сделанных англичанами из Rocksteady. Изменились детали, появилась парочка нюансов, но основной костяк игрового процесса остался нетронутым. Нам все так же доступен кусок Готэма, по которому мы можем свободно перемещаться, планируя между зданиями. По улочкам, как и раньше, аккуратно расставлены банды врагов, а все сюжетные миссии происходят внутри главных достопримечательностей заснеженного города. То есть отличить новую игру от, скажем, Arkham City достаточно проблематично. Тут мы тоже разгадываем головоломки Энигмы, цепляемся за уступы в полете и выполняем многочисленные дополнительные задания. Во время прохождения все время ловишь себя на мысли, что Rocksteady в свое время придумали совершенно потрясающую механику, которой хватило на целых 3 игры. Новые авторы не стали ничего особо перелопачивать, и в итоге получилась странная ситуация. С одной стороны, Arkham Origins — это совершенно самостоятельная игра со своим набором миссий и текстур, но различия между ней и последним проектом Rocksteady нужно искать под микроскопом. Фактически, единственное качественное изменение претерпел детективный режим, в котором появилась любопытная функция расследования преступлений. Приходя на место инцидента, Бэтмен с помощью своих многочисленных гаджетов исследует улики и воспроизводит момент преступления. Можно во всех подробностях рассмотреть, как случилось злодеяние, и подметить для себя важные для расследования детали. Разумеется, все это происходит предельно линейно, но зато теперь детективный режим стал по-настоящему важной частью игрового процесса. Ведь раньше дедуктивные таланты Бэтмена ограничивались лишь поиском на уровне гаргулей и вентиляционных решеток. Видимо, новые разработчики понимали, что их таланта не хватит, чтобы полностью переработать концепцию. Да и к тому же вряд ли Warner Bros. Interactive дала карт-бланш на реализацию всех задумок авторов. Ведь предыдущие игры про Бэтмена неплохо продавались. Зачем рисковать и что-то менять, если и так все хорошо работает? И такую позицию понять несложно. Другое дело, что воспринимать Arkham Origins можно по-разному. Можно сказать, что в игре нет ничего уникального. Что-то взято из серии Assassin's Creed, что-то из других экшенов с открытым миром. Но пока играешь, всего этого не замечаешь. Когда Бэтмен в замедленном режиме отправляет в нокаут противника или путешествует по зазеркалью, забываешь, что нужно лазить по вышкам, чтобы открыть быстрое перемещение по карте. Arkham Origins по духу больше напоминает фильмы Тима Бёртона, а не нолановскую трилогию. Но это понятно. Снежный Готэм, похожий одновременно на Чикаго и Нью-Йорк, правильный и справедливый Брюс Уэйн в костюме летучей мыши, ехидный голос пингвина с британским акцентом. Однако ностальгических чувств вы не испытаете, просто потому, что все это мы уже видели 2 года назад в Arkham City. А вот покупать 15 часов того же самого или нет — совсем другой вопрос.